В эфире программа «День города». Здравствуйте. С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Главные темы дня. Тщательная опиловка. Дирекция благоустройства продолжает очищать улицы города от сухих веток и сломанных деревьев. Ремонт полным ходом. Елена Сорокина проинспектировала дворовые территории. Следствие вели. Кто они, мастера распутывания сложных дел? Дирекция благоустройства города ежедневно проводит опиловку сухих веток и деревьев. Горожане очень часто жалуются на то, что зеленые насаждения в городе могут причинить не только вред здоровью, но и имуществу. Ежедневно в город выходит несколько бригад для устранения и предотвращения таких ситуаций. Опиловка и снос аварийных деревьев сегодня, пожалуй, одна из главных задач Рязанской дирекции благоустройства. Деревья под снос комиссии по обследованию зеленых насаждений признаны аварийными. Сейчас на улицах города работает сразу несколько бригад, которые занимаются спилом и вывозом веток и деревьев. В данный момент ведется опиловка деревьев над пешеходным тротуаром, плановая обрезка деревьев, которые аварийные. Это был инцидент, жители просили, то есть сделали письмо, и мы по письму сейчас работаем. Этим летом погода уличную зелень не щадит. То шквалистый ветер, то ураган с дождем и градом. Деревья буквально трещат под разгулом стихии. А помимо опиловки, дирекция благоустройства города занимается еще и расчисткой. Сейчас вообще планируется в городе Рязани устранение аварийности после бури, то есть, как говорится, опиловка проводится одной бригадой, вывозится двумя бригадами. Пока, где нет возможности вывести, ведется складирование на зеленой зоне. В последующем все это будет увозиться на свалку. Работа по валке аварийных деревьев продолжается ежедневно. С улиц Соборной, Скоморошинской, Новоселов, Чернышевского, Халтурина на переработку вывезли уже около 20 кубометров древесных отходов. По словам главного технолога дирекции благоустройства города Александра Абызова, опиловка и снос аварийных деревьев идет по графику. Разве что погода может преподнести новые сюрпризы. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Глава Рязанской администрации Елена Сорокина продолжает инспектировать ремонт дворовых территорий. Вместе с руководителями профильных подразделений она осмотрела 4 объекта и пообщалась с подрядчиками. Двор на Подгорной, 10. Здесь помимо проезда ремонтируют тротуар. К асфальтированию все готово. Через 2 недели подрядчик обещает завершить работу. Есть, правда, одно «но». Траву здесь не косили, похоже, с весны. В некоторых местах она выше человеческого роста. Делаем людям новый асфальт. Почему трава не кошенная, управляющей компании? Почему за этим не следит управление ЖКХ? Почему префект? Без разницы, что у него трава покоя. 15 метров от дома. Вот мой рост. Он с меня ростом. А это уже Типанова, 16, корпус 1. Здесь тоже процесс движется, вот только, по словам подрядчика, дожди скорректировали дату окончания ремонта на 10 августа. Здесь есть участок, на котором возможен застой воды. Как считает Елена Сорокина, лучше бы его, конечно, засыпать и выровнять. Потому что асфальта реально много. Мы захватываем раз дом, два дома. Тропинку делаем вот там удобно. Ну, она так и будет. То есть она пойдет по уклону, да? Да. И здесь газмор, только сюда дождь нальет, оно все пойдет туда. Увидев мэра, местные жители пожаловались на управляющую компанию. Дескать, плохо следит. Управляющая компания вообще никакая. Хорошо убирают в подъездах. В подъездах, слава богу, убирают. Хотя бы раз в неделю подметают. Вот, по поводу мойки полов не знаю. Не видела. Двор подметают. А двор это один раз. Да, нет, ну, вот это нормальное состояние для двора. А вот на Дзержинского, 18, ремонт двора совпал с капремонтом всего дома. И сейчас здесь начинают делать фасад, а на дороге лежат стройматериалы, которые мешают другому подрядчику обустраивать двор. На Михайловском шоссе у дома номер 240 работа тоже кипит. Здесь помимо дороги и тротуара возведут еще и эко-парковку. Разве что контейнерная площадка не очень. Но обещали все исправить. Участники спецоперации на Донбассе из Рязанской области получат единовременную выплату. Такое распоряжение подписал в Рио губернатора Павел Малков. Размер премии для военных и росгвардейцев составляет почти 115 тысяч рублей. Вместе с деньгами бойцы получат благодарственные письма за активную гражданскую позицию, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, гуманизм. Ранее, как известно, Павел Малков встречался с росгвардейцами, которые вернулись из ЛНР и ДНР. Одной из тем беседы был вопрос дополнительных мер поддержки для участников специальной военной операции.
И в продолжение темы. Рязанская область возьмет шефство над Каховским районом Херсонской области. Об этом написал в своем блоге военный обозреватель спецоперации Вооруженных сил России на Донбассе Юрий Подоляк. О том, что российские регионы помогают с восстановлением, еще в мае заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Сейчас же практика получила широкое применение. До этого, например, Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР. Санкт-Петербург стал городом-побратимом Мариуполя. Свердловская область будет помогать с восстановлением инфраструктуры Макеевки. А Приморье займется городом Торез в Донецкой Народной Республике. Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать делегации чиновников от Рязани в зону специальной военной операции. Первыми, напомню, были наши врачи, работавшие и работающие сейчас в госпиталях Луганска и Донецка. 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. Пусть дата и появилась только 8 лет назад, работали следователи, естественно, куда раньше. И в одной только Рязани тысячи и тысячи раскрытых преступлений. О работе отдела по расследованию особо важных дел расскажет Валерий Седов. На стол этих следователей попадают только самые запутанные и сложные уголовные дела. Зачастую это убийство сразу нескольких человек, налоговые преступления, дача взятки. За этот год раскрыто уже 7 уголовных дел, каждая из которых отличалась своей неординарностью и имела общественный резонанс. Это первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Отбор в наш отдел достаточно строгий. Сюда мы предпочитаем брать людей с опытом работы и уже чем-то отличившихся, так скажем, на прежнем месте работы. То есть это, в принципе, в первую очередь люди должны быть чем-то даже увлеченные следственной работой, которые не видят для себя какой-либо альтернативы. Я бы назвал таких людей энтузиастами следствия, которые готовы работать день и ночь для того, чтобы, так скажем, установить все обстоятельства, помочь людям разобраться в ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности. Налоговые преступления на десятки миллионов рублей, дача взятки замначальнику отдела иммиграционного контроля, погибший мальчик в аквапарке – это только часть дел, расследования по которым уже завершено. Виновные наказаны, приговор вынесен. Говорят, теперь руководство управления решило передать первому отделу резонансное убийство в Клепиковском районе. Когда сотрудник полиции, находясь на охоте с двумя своими знакомыми, нельзя сказать, что совершил убийство, но, так скажем, были обнаружены трупы двух оставшихся людей с причиненными ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями. Сейчас он не признает свою вину, выдвинулся, соответственно, версию, согласно которой один из погибших якобы напал на второго, а он, соответственно, как бы действовал в рамках необходимой обороны. Учитывая показатели отдела в том, что дело будет раскрыто, можно не сомневаться. Да и так называемых висяков в отделе нет. Но и говорить, что следователи работают в одиночку, тоже нельзя. Взаимодействуют с другими ведомствами УФСБ, МВД, экспертные подразделения. Если же у дела есть общественный резонанс, то создается целая группа следователей, куда входят сотрудники МСО. Само же подразделение по особо важным делам включает два отдела. Номер два в Рязани появился не так давно, всего 3 года назад. Здесь занимаются в том числе преступлениями прошлых лет. В большей мере приоритеты даются делам это по 105-му убийству, по 111-4 причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. И половым преступлением – это изнасилование, иные действия сексуального характера, и также уголовные дела, совершенные в отношении несовершеннолетних. За прошлый год следователи второго раскрыли 13 преступлений, за первую половину этого – уже 17. Показатели растут. Но успех работы зависит не только от опыта следователя, еще и от работы сотрудников тех лет. Сколько вещдоков собрали, как поработали на месте преступления. Каждый положительный ответ – ступень на пути к успешному завершению уголовного дела. Наука также не стоит на месте. В настоящее время очень большие возможности проведения различного ряда экспертиз, в том числе генетических. Как пример, изымались предметы в 90-х годах, начало 2000-х, да, с места совершения преступления. На них имелись образцы букального эпителия, который в тот период времени невозможно было исследовать, определить, чей ДНК там. Да. В данный момент мы запрашиваем эти вещественные доказательства,
в районных подразделениях, да, проводим по ним экспертизы генетические, и, соответственно, бывает положительный результат. 25 июля сотрудники органов следствия отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии даты наша съемочная группа поговорила с руководителями 1 и 2 отделов по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Подробнее в ближайшем выпуске передачи «Городские встречи». Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Первую победу в сезоне одержали футболистки женской команды ФК «Рязань». В Тамбове в матче 1/8 Кубка России с местной академией наши девушки устроили самую настоящую голевую феерию. Соперницы рязанских десантниц, академия футбола из Тамбова, звезд с неба не хватает. Эти девушки не играют в Суперлиге, но бой обещали дать самый настоящий. Рязань ВДВ до этого матча не побеждала ни разу, поэтому прервать затянувшуюся серию хотели все футболистки без исключения. Начали матч команды по сути без разведки, и уже на 15-й минуте Виктория Тихон открыла счет, а спустя 4 минуты боевой настрой поддержала и Алина Скидан. Хозяйки огрызнулись точным ударом на 26-й минуте, но еще до перерыва рязаночки восстановили статус-кво. Дубль оформила Виктория Тихон. 1-3. Вторая половина игры прошла полностью под диктовку десантниц, и они еще трижды поражали ворота соперниц. Свой дубль оформила Наталья Перепечина, а довершила гостевой разгром Елена Зубкова. В итоге 6-1 в пользу Рязани ВДВ. Девушки подняли себе настроение перед сложным выездом к лидеру Суперлиги «Зениту». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания.